Из-за коронавируса многие казахстанцы застряли в чужом городе и не могут попасть домой. Олжас Мухамеди один из таких. Мужчина живет в Алматы. До введения режима ЧП вместе с женой и маленьким ребенком прилетел в Нур-Султан. Вернуться домой вовремя не успел. Город закрыли на карантин. После того, как возобновили полеты, Олжас сразу купил билет на самолет. Но выяснилось, что просто так попасть на борт не получится. Надо сдать ПЦР-тест на COVID-19. Причем результат должен быть отрицательный. Когда туда приехал первый раз, не смог попасть, потому что там была очередь живая, очень много людей. Касса работала до 3 часов, сам тест принимали до 4. И я как бы в очередь стоял, сказали, все, там, если последних там 10 человек принимаем, остальные уже можете не ждать. Пройти тест Олжасу, его жене и ребенку все-таки удалось. Теперь мужчина надеется 4 мая благополучно вернуться домой. Правда, такая возможность сейчас есть не у всех. Некоторым ПЦР-тесты просто не по карману. К слову, стоят они дороже, чем сами авиабилеты. Айгерим Каленова, застрявшая в Алматы, жалуется. Придется оставить детей и самой лететь в Нур-Султан. Здесь ее ждут важные дела. Я сейчас тест делаю только себе, потому что, извините, каждому сейчас делать ПЦР-тест и каждому покупать авиабилеты. У меня сейчас реально нет возможности, и мне придется сейчас детей оставить на пару дней. До 11 дождаться. После того, как власти разрешили полеты, казахстанцы побежали сдавать ПЦР-тесты. Пройти такую проверку сейчас можно в 2 местах – в Национальном центре экспертизы и в общеизвестной частной клинике. Если в первом медучреждении придется выложить 11,5 тысяч тенге, то во втором проверка обойдется почти в 20 тысяч. Для сравнения, билеты на самолет в среднем стоят 15 тысяч тенге. Но выхода, как говорится, нет. В самолет можно попасть только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Действительно она в течение 7 дней. Авиакомпания вводит такие меры, как социальное дистанцирование в терминале на регистрации, досмотре и посадке высадки 1 метр. В бизнес-классе в ряде из 2 кресел будет заблокировано 1 кресло, а в эконом-классе в ряде из 3 кресел будет заблокировано место посередине. Если ряд состоит из 2 кресел, то 1 из них будет заблокировано. На первых порах авиарейсы будут только между Алматы и Нур-Султаном. Частота полетов 3 раза в день. С 4 мая станут доступны новые направления – Кызылорда, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семиль. Остальные города пока придерживаются жесткого карантина. Ернур Душанов, Ганизат Оспанов, «Настоящее время. Азия. Казахстан».